И всем привет, друзья, вы на канале Сангрилл, а это значит, что мы с тобой продолжаем. Опять вот снова мы встретились с тобой в летсплее в прохождении Сома. Довольно прикольная такая игруха, интересная. Нам нужно было добраться до станции Лямбда, но я уже открою тебе секрет, я записал целую серию, сука, 20 минут я тут по этой воде бегал. Так и не понял сначала, куда мне идти, наконец-то разобрался, наконец-то я понял, наконец-то все получилось. И это не может не радовать. Вот она, Лямбда, нам надо было прийти с тобой в Лямбду, поэтому не забывай ставить пальцы вверх и подписываться на канал, а мы с тобой проходим, собственно, дальше. Давай нажмем. Нажали. Подожди, я еще туда не хочу, я еще хочу посмотреть вот что вот там. Тут же не просто так вот эта хрень валяется, что это такое? Я надеюсь, она меня не продамажит сильно. Что вот это такое? Нельзя? О, нельзя. Хорошо. Так, это, видимо, какой-то, ну, тоже шаттл, или как он там называется. Ошибка требуется... Энцефалочип. Не удалось активировать спасательную капсулу, отсутствует протокол. Хорошо, я понял. Не удалось активировать. Ну да ладно. Так, там еще есть одна дорога, но мы туда не пойдем, потому что в воде вам ничего не видно. И мне это, честно говоря, не нравится тут по воде бродить. Все, спина мне. Это, наверное, Лямбда, где сейчас Кэтрин. Давай, оп. Будем надеяться, то, что с Кэтрин ни хрена не все в порядке. С ней не в порядке ничего. Она там тоже, по-моему, орала. По-моему, она орала, то, что все у нее плохо. А что с графикой произошло? Погоди-ка. Что происходит? Или мне кажется, то, что все хреново, да? Да, слушай, все размыто. Получено достижение в погоне за Кэтрин. Подожди, фу-фу-фу-фу-фу. Что это такое? Давай выключим, допустим. А это нормально? Я что-то не понимаю, подожди, стой. Мне кажется, может быть, это флешбэк какой-то. Ну, то есть такого не должно быть. Такого не было, я тебе точно говорю. Я уж очень надеюсь, что это пройдет. Ну да. Не подходи, это важно, нет! Ай! Ну все, звездец. А, вот. Да, все нормально, все получилось. Нет, не получилось. Видишь, размыто все. Тише, не смотрите на него. На кого? На него. Ты где? Бля, я не вижу вообще ни черта. Может, мне не стоит туда идти? О-о-о! Да дай пройти! Hey, down here. Здесь, внизу. Ты Кэтрин, что ли? О, ёб твою мать. Опять начинается. Ну-ка. No, not you. Только не вы. Я так надеялся, что вы человек. А вы не смотрите на электронику. В голове не укладывается. Все просто бред какой-то. Я сдаюсь, ничего не осталось. Успокойтесь, еще не конец света. Точно? Там вообще похоже, я так понимаю, что только я и остался. Вы это о чем? Вы поймите правильно, я хотел сказать, из людей один остался. Вы сами по себе видели? Выходящий, говорит, говорящий, водолазный костюм с электронной начинкой. Я? Вы не хотите об этом думать? А пора бы начать. Не хочу я больше ничего делать, я не хочу так жить. Пока вы не наделали тут дел, можете мне помочь? С чем? Я пыталась выяснить, что происходит с моим проектором, пока этот амбал не повалил меня. Проектор? Кому нужен проектор, если слышишь глупый робот в глупом мертвом мире? Так, спокойно. Я хочу, чтобы вы меня починили, чтобы я снова смогла работать. Потом уже можете дуться сколько хотите. Вы шутите, да? Я думаю, я нашел время соберу, чем вас смогу остановить. Мне нужен доступ к компьютеру. Так, это у вас умный инструмент? Ключ для двери? Я его на Эпсилоне нашел, там, где я очнулся. Он как раз подойдет. Ставьте его в терминал. Ладно, как скажете. Так, погоди секунду, давай-ка мы с тобой перезагрузим все это дело.
Прям вот сразу на видео. Может быть, даже не знаю. Но тут-то нормально все. Тут же все на хорошо. Может быть, это действительно с... не знаю. Я не знаю, с чем это связано. Чуть бредятина какая-то. Кэтрин оказалась роботом, причем сломанным, и теперь Саймону надо скопировать ее данные на свой омни-инструмент. Я тебе говорю, видишь, все размыто. Что это за чип? Вы поймете, он наружу выйдет. Берите его и вставляйте в инструмент. Ну же, все, мне больше не нужно. Да подожди. Ладно, как скажете. Подожди, куда идти-то? Какой амбал вообще? Что за амбал? А, вот сюда мне надо. Добро пожаловать, мистер. Чего-то такое. Умный инструмент готов. Тут ничего сложного. Подберите микросхему, ставьте в умный инструмент. Почему схема из робота подходит к открывалке двери? По-моему, Кэтрин получилось. Давайте попробуем. Так, а где я его должен взять-то, я не понял. У нее, что ли? Вот это? А, вот это. Все. Да, мне определенно не нравится. Найден пользовательский энцефалочип. Помощница Джейн отключается. Странное чувство. Я инструмент? Спасибо. А, я в инструменте, типа? Мой проект. Я сохранила всех людей на станции видеообразов мозга и поместила их в искусственный мир. Мы собрались запустить его в космос, чтобы спасти... ну, вот от этого всего. Вы говорите, что собирались запускать в космос компьютерный мир, населенный людьми? Да, сначала это было просто особый проект, но когда упала комета, все стало серьезным. А потом дошло и до того, что ему дали официальное название — Ковчег. Это логично. Далеко он у вас продвинулся? Не знаю, вот это моя версия, ну... Я из очень раннего сканирования. Живая Кэтрин вполне могла уже закончить проект и запустить его. Она еще даже может быть жива. Странная мысль. Значит, говорящий робот — это тоже вы сканировали? Возможно, но я сомневаюсь. В таком случае они были бы разумны. А, вот, наконец, что происходит. Мне удалось восстановить часть данных с резервного сервера. Вы можете сделать мне одолжение, зайти в другой пункт? Можете сделать мне одолжение, короче, посмотреть? В таком состоянии я файл проверить не могу, мне нужно знать, что ковчег безопасности. Конечно. Спасибо. Так, что вы там говорили, вы из Торонто? Да, я пришел на томографию, а потом раз и уже здесь. Ничего не понятно. Как? Зачем сюда кто-то пронес образ из Торонто? Что еще, если я вам скажу, что томография чего? Слушай, не получилось, не знаю почему. Не знаю, почему тут все так размыто. Так, давай. Тут, по-моему, как эта дрянь лазит. Куда она мне сказала? В соседнюю комнату вроде как прийти. Давай будем по-тихому тут пробираться. Блин, вот это, конечно, прям беда. Может быть, это потому, что я дал, типа, роботу себе продамажу. А ну-ка, погоди-ка. Смотри, это что для лечения, да? Да, слушай, это из-за того, что я продамажен был. Как минимум неудобно, сильно мешает восприятие. Про что они говорят? Да, 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 слушай, это просто были последствия дамага. Все, я понял. Я понял, как это работает. А куда мне надо? Она мне сказала. В соседнюю, говорит, комнату. А где эта соседняя комната? Сюда, не сюда. А у меня фонарь есть? Хера не вижу. Ладно, пойдем сюда. Пойдем сюда. Почему бы нет? Осторожен, кажется, он вернулся. Придите в оба. Тихо. Сука, показалось. Фу, она прям нагнетает обстановку так. О, ужас. Аж мурашки.
Так, я пока не до конца все равно понимаю, куда мне надо смотреть. Я вроде по-тихому иду, да? Да. Так, это какие-то стулья. Что-то. Что вы делаете? Осторожней. Я-то тут при чем? Это не я. Это вон вот это вот приблуда. Так, в шкафах есть что-нибудь? Что это такое? Таблетки какие-то. А куда идти-то? Фу, вот эти флешбеки, они прям... Эх. А куда идти? Куда? Куда податься-то? Я не понимаю, что мне надо найти? Подруга, ну-ка еще раз. Проверьте компьютер в другой комнате. А где эта другая комната? Как я ее должен найти-то? Тут этих комнат... Что случилось с башней? С пристанью? Какой башней? О чем вы говорите? Там все в развалинах, на всех камерах помехи. Это так странно. Так, еще бы. Так, это объект типа сортир. Может, мне сюда надо? Сюда нельзя. Туда тоже нельзя. Тут, говорит, кто-то вернулся. Кто тут мог вернуться, я, честно говоря, не знаю. Тут этот долбится. Тут есть где-нибудь компьютер? Я не вижу компьютер. Вот этот компьютер. Кэтрин? Что? Ничего, не важно. Ну, допустим, допустим. Блин, все будет так неудобно склеено, ужас. Вот это компьютер. Ну, это компьютер, но явно не его надо проверять. Так, тут тоже ничего, тут тоже ничего. Не, я тебе говорю, это какие-то последствия, просто последствия лечения, и все. Тут больше, ну, как бы, другого объяснения этому нет. Может, мне ее... А, может, мне назад надо, погоди-ка. Ну, только будем по-тихому с тобой ходить, потому что и так, сука, страшно. Может, сюда? Проверить компьютер? Да, посмотрите, есть ли что-нибудь, чего-то там. Давай, окей, хорошо, восстановленные данные. Или восстановить данные, я не увидел. Все, я понял, мне назад надо было, а я все вперед тру и все. Опрос мнений, собеседование один. Вас интересует ковчег? Я сначала не видела смысла, а потом подумала, почему бы и нет, верно? Ну, собственно, да. Если мы можем сохранить хотя бы частичку себя, почему бы не попробовать? Значит, вы одобряете. Я думаю, этот проект для нас очень важен. Хорошо, собеседование 2. Педерсон. Чего? Или Педерсон. Хрен его знает. Короче, Йен. Что вы думаете о ковчеге? Отличная идея. Наконец-то у нас будет занятие, верно? Верите ли вы в вероятность проекта, в то, что ковчег достигнет космоса? Определенно, шансы есть. Мы уже решили главную проблему, как нас всех тут собрать. Теперь нам остается только построить эту штуку и надеяться, что они еще работают. Да, я думаю, шанс у нас есть. Но будет непросто. Допустим. Марк Саранг или Саранг. Что вы думаете о проекте ковчег? Это абсолютно невероятная идея. Заставляет переосмыслить саму природу человека. Почему вы так думаете? Я убежден, что под внешней оболочкой есть что-то гораздо более ценное. Вы дали нам платформу, которая не ограничена рамками обычной цифровой техники, а дает нам возможность настоящего выживания. Я искренне верю, что мы можем продолжить свою жизнь, обеспечив непрерывность. Непрерывность. Так, ковчег света. Это из ковчега? Да, ранние варианты виртуального мира. По виду куда уютнее, чем здесь.
вообще-то да. Пункт Keywood версии 4, Aorus версии 2, понятно, назад, да под назад. Ковчег чертежи. Ну, какие-то тут взрыв-схемы, орбиты, я не знаю. А, это Солнце, это Меркурий. Это Земля из Земли. А, желтая это наша орбита, да? Вот на эту вот орбиту между... Между чем и чем? Венерой и Землей получается? Хорошо. Так, классификация. Здравствуйте, если вы читаете это сообщение, вы приняты в проект Ковчег. Цель данного опроса — помочь разработчикам лучше узнать ваше субъективное восприятие и получить возможность сделать ваше участие в проекте лучше. Просим вас перейти непосредственно к опросу. Давай продолжим, почему нет? Как вы бы описали свое физическое состояние? Я чувствую себя нормально, я чувствую воодушевление. Я чувствую отстранение, так как временно занимаю чужое тело. Я чувствую себя неестественно, не настоящим человеком. Нормально, допустим. Идет сохранение. Как вы бы описали свое психическое состояние? Я чувствую нормально, сдвиг, будто мой разум отделился от тела. Чувствую в себе изменения. Мой характер стал другим. Чувствую утрату, больше не существую. Сдвиг. Не, вот так вот хочу. Как вы бы описали свои ощущения? Нормальные, как и ожидалось? Мне кажется, что мое восприятие окружающего мира обострилось. Я чувствую онемение, мои чувства притупились. У меня исчезло одно из ощущений или даже больше. Вот так хочу. Мне кажется, что мое восприятие окружающего мира обострилось. Но оно, собственно, так и есть. Видишь, когда он там что-нибудь в игре происходит, у него сразу флешбеки ужасные, ужасные просто. Как бы вы описали свое отношение к своему новому состоянию? Оно мне нравится, оно мне не нравится. Я не могу успокоиться, мне кажется искусственным. Я в депрессии, не могу отделить. Я не могу успокоиться, мне все кажется искусственным. Я уверен просто в этом. Беспокоит ли вас тот факт, что вы больше не являетесь человеком в строгом смысле этого слова? Нет, все хорошо, немного, кажется, я никогда не смогу найти себя. Да, я тяжело переживаю утрату своей прошлой жизни. Мне все равно, какой у меня облик, лишь бы я мог жить дальше. Давай так ответим, не знаю. Как вы воспринимаете свое новое существование? Как прямое продолжение предыдущего, как новую главу в своей жизни, как будто мне удалось родиться заново, как нечто совершенно иное, никак не связанное с моей предыдущей личностью. Как новую главу в своей жизни. Как вы думаете, будет ли эта новая жизнь полноценной и достойной того, чтобы ее прожить? Да, как и моя предыдущая, да, но смысла в ней будет меньше. Возможно, получится найти смысл и в этом новом мире. Нет, она слишком нереальна, не похожа на все, что я знаю. Слушай, прям вот даже хрен его не знает. Такой тест серьезный, философский, можно сказать. Возможно, получится найти смысл. Да, но смысла в ней будет меньше. Но мне кажется, действительно, смысл-то будет, наверное, поменьше. Верно ли, что вы бы скорее предпочли выйти из проекта и принять смерть? Нет, возможно, мне надо об этом подумать, да. Не знаю, да вряд ли, хрен его знает. Вообще, возможно, надо об этом подумать. Ваши ответы сохранены, благодарим за участие. Хорошо. Ковчег отслеживания. Я нашел следящий прибор, он настроен на ковчег. Что же, умно, интересно. Это я додумался? Он еще работает? Мне нужно знать, в каком состоянии. Кажется, да, по крайней мере, что-то делает. Подождите, я пытаюсь его найти. Это типа мы так ищем. Ковчег находится. Выберите сектор для сканирования. Ковчега в данном секторе нет. Ковчег находится в пределах этого сектора, давай. Лямбда, тет. Ну и вот, мы на лямбде. Ковчега нет. Ковчега нет. Вот тут ковчег. Нет, не тут, смотри, вот тут, наверное. Ой, хорошо нашел. Почти нашел.
совсем далеко. Может, вот тут? Да. Я нашел его на станции под названием Тау. О нет, он на земле и так близко к Пи. У них почти получилось. Черт, в таком состоянии он долго не протянет. Максимум лет 20. Маловато для создания будущего. Если мы туда доберемся, сможем попасть в ковчег? Да, наверное, но я сейчас не очень транспортабельно. А почему нет-то? Ты же в инструменте у меня. В чем проблема? Так, мы с тобой где? Подожди, мы на Лямде, а нам надо вот сюда. Ой, ни хрена себе, сколько всего надо будет сделать. Давай мы, наверное, пока что на этом остановимся с тобой. И продолжим уже в следующей серии. Я надеюсь, тебе эта серия понравилась. Естественно, не забывай оставлять комментарии, как тебе подобное прохождение, стоит ли его дальше писать. Но я думаю, что ее-то мы уж точно допройдем. Вот, поэтому не забывай ставить пальцы вверх, подписываться на канал, добавляться в группу ВК, добавляться в друзья, комментировать видео, шарить видео, приглашать друзей на канал и так далее и тому подобное. Ты же все знаешь, все умеешь, ты же лидер, ты же личность, помни об этом. На этом счастливо тебе и до скорых встреч.